Топ-8, топ-8, ребят, но чекаем. Но за последние 20 игр не было топ-8, топ-7. Пару раз я занимал. Топ-6 один раз. На самом деле должны быть там. Какие места? 100 и 100 побед уже в этом сезоне. Игр достаточно много. Готика, привет. Там. Так. Что, ПТСики фармим, не фармим? 20 сезона, как думаете, это долго бежать? Недолго. Ну, тоже тут побед меньше, чем у меня. Игр, возможно, тоже мало. Вообще 16 побед всего лишь. Так что ПТСики-то фармить можно еще догонять. Вот эти, видно, оторвали, что 59 побед, 50 плюс с 9 места. Очень много наиграли. Скажи в двух словах про кентавров. В двух словах. Один вар кентавр, второй ассасин кентавр. В начале файта бегут во врагов на стампиде, оглушают их какое-то время. Вот. У одного РП каст. Второго дабл эйдж. Бесплатные, без маны. Как-то так. Наверное, даже ассасинами. Панда пусть на подходе будет. Не знаю, почему я решил именно так играть. Рандом обычно щиток беру, подустал, просто щиток можно было сразу взять, на самом деле. Вот это добей, пожалуйста. У него на у антимага столько резиста, но там хватило. Мипа фри, ребят. С таким шмотом мипа, мне кажется, фри. С кем кентавры хороши? А, ситуативно так. С ассасинами, я думаю. Но ассасины все равно лучше всего играют через 4 алема. А так с ассасинами, если 7 слотов, вполне нормально. Какой-то там есть контроль большой. Мипа зарейтим. Панду, конечно, пришлось продать. Льфов можно было ставить. Ассасинчики по хпшку сейвят, нормально.
Что-нибудь усиливает что-нибудь вообще? Особо ничего не усиливает. Да, вот 2 приста пришло. Давайте все варианты еще Джакира, да, есть. Я не хочу особо тут экономику выходить. Мипа реально хочу, могу подрейтить. С учетом шмот какой у меня. С учетом перков. Могу продать на самом деле. Лучше подрейтить. Так хочется, блин. Димаг. Ну, давай просто. Поставим. Вара. Туда его. Так, нормально. Чекни тенек, там мотивация за старчик. Хорош, за старчик сейчас чекну. Красава, Жень, спасибо огромное. Вижу, вижу. Спасибо. Фирмены с андайнгами, но только так играем. Вот, допустим, от кентавра, если был бы у меня Магнус, я бы поставил. Так у меня вообще стол. У меня за эти раунды вообще ничего не приходило. Крипов надо будет дефнуть. Смотреть как. Очень повезло, что устрикеры заходят. Джон без этого, без престов бедняга играет. Тяжело ему будет. Мультикаста ничего нету. 75 хп, кстати, хп там много. Здесь тоже первый... А, танго сразу съели, видимо. Вот морфинг. Но я так понимаю, что мне просто нужно с сильными ребятами тут сыграть. Ну, на вайдах просто и все. Остальное можно... Можно не трогать. Манга надо брать. Остальное ничего не успеваю. Ускор нормально делает, этот мне уже не нужен. Манга в счет тут выходит. Пипа уже тяжело же, да, выходит манга. Лишь бы не Джон, да, пришел. Каркит нормально. Как же ниже играет, кто там керри, они все слабые. Ситуативно же ниже играет. У тебя все должны быть сильные ребята. Отлично, 5 из 5, видели, натянул. Натянул, прям натянул. Так, тут тогда можно взять. Ладно.
Вот, мипа, хорошо, что я его не отпускал. Просто как оно будет выглядеть? Классика. Давай первый один раунд вот так попробуем постоять. Классика. Неверер, привет. Шлюсер, что тебе еще надо ответить? Ты проиграю? Сейчас буду это. Там не играю. Пока не знаешь, ну вот. Вот Магнус. Неплох Ускар. Сильно. Вроде хорошо. Вроде очень хорошо. Вроде я мипа даже сыграю. Я посмотрю, если никто мешать не будет. Шмотки можно забрать. Фэмили вар, да. Лишь бы Джон не зашел. Для тебя я командир Крестин. Но проиграла. То есть у меня могу в лейт, если драконы сейчас пойдут еще получше. Драконов этих выйти. Не драконов, а через хумов. Что-то попробовать сделать. На самом деле подходящий момент. Но мипа я апнул, если что, вдруг фэмили будет, вынуждены сыграем. Что без бана просто доигрываю до 20-го. Надо хумов все равно взять. Да, кунка есть, это сложновато будет мне посыграть. Да, бан просто делать не буду. Банка у меня есть, МКБ есть. Вот это под линку, поэтому... БКБ надо брать, я не обязан играть, не прям.
Что, зря я так сделал? Я думал, что он сильный. Ну ладно. Ну, хпшку подсейвлю. Так, ну ничего не делаем. Сейчас покажем, как мы тут будем. Это 2 ДК уже. Вот, у меня вариант. Он зависит от перка. На 20-м. Все тройки заняли там. Тройки остались именно те, которые мне нужны. Есть какая-то закономерность? Нет. Конкретно кто придет? Нет закономерности. Тот, кто тебе пришел сейчас, на 16-м мне пришел Каркит, он ко мне 4 раунда минимум не зайдет. Вот единственная закономерность. Не успеваю добить. Сильным бы стать, на самом деле. Я не могу сильным стать. Я прям не могу сильным стать. Давай он забанит. Игра захотела, чтобы я сильным стал. Немножко не справился, но посмотрим. Классико. Может, и справился. Ну, мы нормально. Кренец, привет. Тут нельзя ничего продавать. Даже настолько справился, что даже кому проиграл, в прошлый раз выиграл. Как она что-то поздно, график поменялся. А что-то начали прям стримить, прям жестко стримим. Нас убивают. Стараемся стримим. Марафон до топ-20, возможно. Сейчас посмотрим, как там дальше пойдет у нас. Кира, драконы, это все. Все от перка сейчас будет зависеть. У нас вообще салат, на самом деле, я так очень редко делаю. А салат у нас прям знатный. Давай будем смотреть, насколько нам это все надо. Трихума, дефаем. Может, наверное, даже магов оставим. Либо не настолько братишка тут. Смотрим перк, какой придет.
ДД Спектра есть, да, у нас эти дракон. Блин, тут сильные варианты есть. Да, манга еще раз возьму. Так сидим. Вроде стол хороший. Вроде хума есть. Очень много зашло. Манга плохая. Манга ужаснейшая, надо ролить. Немного ли он меня тут пробивает? Там так все. Сильные заходили. Все должно быть посильнее. Доролимся. Все равно все сюда. Стол очень сильный, но я манга не уже не хочу получать. Пол. Так, доиграем. Шкир вовремя пришел, согласен. Классико. Кренец, привет, привет.
похоже, тут соло дракон. Ну, мне, для меня идеально. Ничья была идеально, ну ладно. Так тоже хорошо. В игре второй раз здороваться, да. Сценарий очень, да, похоже. Очень похоже на сценарий. Тауренов сыграть, дракона. Шесть магов. Девять магов. Хорошо тут зашло вдруг. Спасибо от души. Свет со мной не разделим. Фаст фар. Фар. Классик. Я просто не знаю, мне нужен только Элдер Титан, если я с Тауренами временно свапнусь. Так-то мне, я магов очень сильных могу сделать. Прям очень сильных. Сэф тут нет. Макс 3 с эфом, да. Прям уф. Хочется, да. Некрофост. Может даже зомби посильнее. Может 4 андеда даже как-то сделаем. Посмотрим. Турнчиков пока придержим. Четыре андеда могут сыграть очень сильно. Праймал. Праймал обвук можно дать. Прям у меня очень сильно. Турен уже сильно энхама схавали. Отказались, отказались. Ну, держали. Держали, могло получиться. Джона тоже тут добивают. Четыре вроде. Четыре хорошо. Вот так сыграем.
Да камни уже можно не апать. У меня так и не схватило никого. Шабаевчик, может быть. Чукунку в три собираем. Деда сыграем. Прайм очень сильный в дедах. Дракона все сделал. Пак есть. Магов или 4 андеда, вот кто шарит. Делайте, ребят, выбор. 6 магов, 4 андеда. Спектра есть, так что 4 андеда тут очень сильно. Маги достаточно. Маги. Не хочу магами, сори. Там нет. Деды понадежнее. Я тоже мне хочется андедами сыграть. Ну прям нет, прям этот будет так же красиво. Это будет без шансов. Маги там что там придумают. Что-то. Избавив будет. Там пай был. Да там не страшно, дело не в пайпе. Просто сейчас мы очень сильно все сделаем. Я даже, видите, это 80 экономики сделал. Но меня начнут пробивать, что я андедов не сделал. Я слишком жадно играю. Да. Я буду очень сильно все равно. Сейчас ролю. Сейчас ролю. Так что могу позволить. На самом деле кунку тоже надо заменить. Если умру 80 экономики, значит нормально все. Так и задумалась.
Да, в этот раз я сильнее тут стал. С запасом играем, чувствуем. Чувствуем игру, да. Буду ролить, нет, так, да. Вылетай, давай на посадин нужен, сейчас все будет. Сейчас вылетим. Джекира, кстати, один. Ставим. Хочу понять, снэпка у меня играет. Но мне... Снэпка играет вместо Абадона. Вместо Абадона, точнее, играет этот, как его зовут, Спектра. А Снэпка играет, наверное, вот Джекира тут. Фос могу не трогать. То так, возьму пощупать. Все тут лишний, как мне кажется. Сейчас если я вот эти три соберу, нормально все будет. Так, да, лишние. Ну, три мага, все-таки тоже урон. Энигма посильнее. Сейчас энигму поставлю, хапнется. Два луков можно было жестко, да? Там я выбил. Еще война джейс. Еще играем, получается. Экономика не работает, но и все равно. Да. Все равно так пускай будет. В снэп куда дадим или в кого там. Три некрофоса кто-нибудь хочет видеть? Что у нас роллов-то нет. Ну, а все-таки, наверное, сейф, а не энигма. Спектры только БФ достался, получается.
Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, ну почему? А вот так. А вот так. И так тоже не пошло. Что-то сильно-сильно. Дивайн Уикер в следующем роли. Возможно. Не, ну тут стол же по кайфу, ребят, кто согласен? ГГ. Не было? Не было. Ну не было. О, кто-то там светанулся, но это может не он. Кайпом. Ты инвокера не продал, продал потом.